Кстати, на Росском форуме, если ты был, помнишь, я говорил о том, что давайте вернем землю все в государство и дадим в аренду на 99 лет, как китайцы это делают, чтобы только не меняли целевое назначение. А хочешь ли менять? Тут как бы в России это было, в Советском Союзе еще тогда. Есть понятие потерь сельхозпроизводства, убытков упущенной выгоды. Тогда предприятие получает потери и убытки, у него земля изымается, остальные деньги получает уже государство. Вот. Ну, если нужно перевести для строительства, еще для чего. То есть этот механизм в Советском Союзе работал, сейчас он работает в Китае. Но земля, поскольку это бесценный ресурс, и он невозобновляемый, не должен принадлежать какому-то частному лицу. Так же, как мы всегда говорим, что недра должны принадлежать народу. Поэтому логика, вот если вернемся к поправкам Конституции, логика была бы такой, давайте мы сделаем недра, землю, воду, ну и все остальное, что национальным достоянием, которое нельзя передавать в частную собственность. Вот. Была бы народная конституция, да. А не олигархическая, чиновничья и единоросская. Но, собственно, если им этот вариант не нравится, значит, есть другой план, да? Эти 2000 гектар за 80 миллиардов пустить под застройку. Знаешь, все же делается не сразу. Вот колхоз Горького, который рядом, и колхоз Замеча, это крупнейшие госплемзаводы, которые были там, гордостью страны. В одном был герой советского труда Маров Василий Яковлевич руководил, а в другом дважды герой, кухарь Иван Иванович. И он был, кстати, председателем всех колхозов Советского Союза. И это были очень серьезные, сильные предприятия, которые уничтожили за 10 лет. 10 лет назад они пришли, сейчас там ничего вообще нет. Ни одной коровы, ни одного поля. Застроено все? Ну нет, большинство застроено, либо коттеджи, либо вот эти вот там огромные вместе с родственниками губернатора Саблин строит пригород лесной, так называемый, такой бомжатник. А вот остальные земли брошены просто, ну потому что там бурьян, борщевик и все остальное, прямо около Кремлевской стены, грубо говоря. И, кстати, их за это никто не наказывал, и землю не изымают. Вот. Поэтому это долговременный процесс. Сначала какую-то часть они будут застраивать, остальное бросят. После этого будут застраивать все. Но учитывая то, что это вообще удар по экологии и по всему остальному, они, по-моему, считают, что они будут жить вечно. Чем быстрее, происходит застройка, тем богаче они становятся. Откуда у них, черные деньги, чтобы считаться в черную за акции. Я уверен, что отстроить. Речь не идет о удовлетворении каких-то потребностей, а просто нажива, сиюминутная прибыль любой ценой, особенно когда такие аппетиты имеют губернаторы Московской области или приближенные к ним видные представители Единой России. Я так понимаю, там и Турчак тоже, да? Я знаю только одно, что мы когда стали разбираться, что такое Ротоагро, из открытых источников выяснили, что туда входит, по-моему, 6 или 7 хозяйств, что у них в сумме больше 20 тысяч гектар, и что они производят в сумме меньше, чем мы с 2 тысяч гектар. То есть они такие эффективные собственники, что в результате они под прикрытием сельхоздеятельности на самом деле занимаются просто распилом подмосковных земель и их продаж. Когда идет всплеск продаж, когда экономика там, кто-то хочет что-то строить, какие-то логистические центры, какие-то коттеджные поселки, то у них все в шоколаде. Как только спрос падает, они оказываются в положении сложном, но поскольку они все вывели в закрытые паевые фонды, еще куда-то, они фактически не платят налогов на землю. Или платят минимальные налоги. Своя жука, владыка. А когда они застраивают, оказывается, что вокруг потом экологическая катастрофа. Ни канализации, ни водоснабжения нормального, ни дорог. Они же не вкладывают в инфраструктуру деньги. И в результате получается интересная картина. Бомжатники, которые, гетто такие. Ни рабочих мест, ни культурных парков. Они даже кладбище не заложили. Вот мы тут смотрели на их генпланы. Они даже не думают, где они будут хранить людей. Вот все деньги, все земли отданы под застройку по их генплану. Мы говорим, слушайте, а где тут места отдыха, где тут кладбище, где тут, есть же необходимые вещи, рекреационные зоны, например, где люди-то гулять будут. Они же у вас все из окна в окно, и все покрыто асфальтом. А у них ничего в генплане этого нет. И вот тут еще один вопрос. Генпланы принимают местные органы власти.
Да, они выстраивают вертикаль, они убирают главу, из единороссов формируют советы. После этого эти две ветви власти, то есть местные органы власти, принимают генплан, который предложен из правительства Московской области. Даже не спрашивают населения, теперь у нас публичных слушаний, ты знаешь, нету. Есть только какой-то опрос, который всегда можно подделать. Вот. После этого застраивают, а потом через 10-20 лет люди говорят: слушайте, а что вы построили такое? Жить невозможно. Не выйдешь, рабочих мест нет, экология ужасная, очистные сооружения не заложены. И возникает внутреннее напряжение, что теперь с этим делать. Вот мы также увидели, как застроили земли колхоза Лагунча и колхоза Горького. Это, я так понимаю, параллельные линии конфликта с исполнительной властью. Вы выступали за выборность, да, мэров, глав. Наш район стал городским округом последний из всех районов Московской области. Это было, так сказать, завершение так называемой муниципальной реформы, которая привела к тому, что главы все теперь назначаемые по сути своей, советы ничего не решают, сельских советов уже нет, принимают решения о застройке любого объекта правительства Московской области, а откуда правительство может знать, где какой туалет, извините меня, согласовать. И вот это вот укрупнение, вертикализация, которая, кстати, теперь в Конституции прописана с тобой, понимаешь? Теперь уже местное самоуправление не отделено, по сути своей, от государства. Хотя написано, что отделено, но следующие статьи говорят о том, что это публичная власть, и у нее есть определенные государственные функции. То есть фактически противоречие в прямом постановом законе федеративном. Вот. И дальше возникает вот этого каналия, где если ты угоден, тебе дают разрешение сразу на все, даже не думая, где же будут люди работать, жить, отдыхать. А если ты не угоден, тебе никогда не дадут разрешения на строительство. Хотя ты действительно строишь красиво, хорошо и все довольны. Если так думать, что они оценили 80 миллиардов 2000 гектар, сколько же они получат на выходе, когда будут продавать жилую площадь? Это семья губернатора, приближенная к ней. Вот считать их прибыль бесполезно, потому что они ее показывают минимально, на самом деле там есть механизм. Но вот тебе пример. Когда детям-сиротам в Ленинском городском округе понадобились квартиры, то купили их без конкурса у фирмы «Самолет», которая на паях принадлежит родственникам губернатора Воробьева и фирмам Саблина. И купили дороже рыночной стоимости. То есть, если бы они покупали и просто на рынке, они бы получили гораздо то есть, более выгодные предложения. Да. И поэтому это не только нанесение ущерба людям, это, ну, потому что люди, они же хотят купить не просто квартиру, они хотят купить место для проживания. И если они не могут, там дальше стоят пробки, если не может к ним подъехать скорая помощь, потому что там узкая дорога и зимой вообще невозможно проехать. Ну и потом такая нагрузка на эту дорогу, которая не реконструировалась, ну, со времен, наверное, 60-х годов прошлого века, то тут они еще имеют возможность манипулировать бюджетными деньгами. Вот. И ты, кстати, увидишь в ближайшее время, когда они начнут рушиться, ну, из-за отсутствия спроса, то они признаны будут системными, системообразующими предприятиями, и им из бюджета придут деньги, об этом уже пошли разговоры. Что вот то, что они понастроили, это абсолютный мусор, честно. Мы знаем, что такое стройка, и знаем, что они строят. Так вот, их потом еще бюджетными деньгами снабдят, чтобы они не разорились. Это вообще золотая схема. Подожди, а давай так, вся экономика России, которая, вот все эти госкорпорации, это золотая схема. Ну ты давай так, Роснано, да, например. Слушай, давай, вот, по-моему, ближе 10 лет они работают. А что они произвели? Где результаты их труда? Ну, я думаю, Чубайсу много дач построили. Подожди, не об этом, а о том, что государство вложило огромные деньги в Роснано, и отдачи никакой, вообще никакой. Ты же не видишь тут новые смартфоны, которыми он хвастался тогда у Владимира Владимировича Путина, показывая, что он в ближайшее время. Ты же не видишь в школах их эти айпэды, которые они обещали всем поставить по более дешевой цене. И в лучшем случае это какая-то переделка китайских там аналогов. Ну, и все. Хорошо, ну, давай проведем параллель, например, с другими, любыми государственными корпорациями. Они что, эффективны? Кроме великих зарплат менеджеров, пока их, ну, скажем так, успехи, ну, на мой взгляд, сомнительны. А нас все время говорят, ну, слушайте, вот там коммунисты, подождите секунду, коммунисты строили каждый там месяц, открывали сотни заводов. Они работали, там были рабочие места.
Там были люди, которые получали достойную зарплату, потом они получали бесплатное жилье, потом они получали бесплатные места в детских садах. Эти же предприятия строили поликлиники. И они создавали инфраструктуру такую, что никто, особенно если хорошая инфраструктура, в Москву, что, если здесь все хорошо, и зарплата не ниже, чем в Москве, зачем уезжать куда-то? Насчет инфраструктуры. Вся вот, собственно, муниципальная собственность в виде дорог или там какого-то освещения там городского, какие-то социальные объекты, сейчас это все обслуживается, ремонтируется и, собственно, за счет совхоза. Тем больше, как все муниципальные объекты составляют все три объекта здесь. Это два детских сада и школа. Все остальное здесь, ну, там еще мелкая библиотека, это там кусок, когда мы передали. Все остальное фактически принадлежит совхозу. И то, что ты говоришь, дороги, поликлиники, детские сады новые, школы, которые мы построили, все это принадлежит совхозу. У нас тут вся инфраструктура, котельные, КНС, водозаборы, все-все-все, это совхозное. И мы несем ответственность за обслуживание это. И денег не берем. Недавно совершенно, где-то месяца два назад, я написал заявление, письмо в Ленинский городской округ, сказал, слушайте, возьмите хотя бы дороги. Мы их бесплатно чистим, ну или хотя бы компенсируют нам расходы по обслуживанию дорог, потому что до сих пор они наши. Вот. Но рейдеры же нас арестовали, земельные участки, уже два года по одному делу, который не движется никуда, якобы у нас были пайщики, у нас никогда пайщиков не было, и об этом есть решение даже Верховного суда Российской Федерации. Но у нас такое законодательство, что судья из предварительного заседания пока никак не выйдет в основное, собирает документацию, но что она успела сделать, это наложить арест на все земельные участки совхоза. И мы теперь даже под многоквартирными домами участки передать жителям не можем, поэтому платим налоги. Вот 3,5 миллиона в год мы несем убытков только потому, что мы заблокированы и не можем передать землю ну, по закону под домами в общедомовую собственность. И все же я как депутат не понимаю, значит, есть тысячи граждан Российской Федерации, которые каждый месяц, квартал, год платят в Кремль свои налоги, за эти налоги, собственно, исполнительная власть должна содержать здесь, ремонтировать дороги, там, лампочки ворачивать и так далее. Вместо этого совхоз на свои деньги все это содержит. Да. И, значит, при всем при этом, значит, власть разработала сейчас схему, как душить совхоз, собственно, с другой стороны, не давая реализовывать продукцию совхоза. Именно поэтому люди, которые здесь живут, очень сильно беспокоятся, что эта территория социального оптимизма будет разрушена. Потому что мы же понимаем прекрасно, что такое муниципальные и государственные власти. У них попросишь что-то, и будешь год ждать. Тут у нас раньше позвонил, и яму на дороге сразу заделали через два дня. Сделал что-то, там, где-то там что-то в коммуналке прорвалось, сразу управляющая компания, 100% дочернее предприятие совхоза, бежит. Потому что есть, ну это, кстати, ты помнишь, это советский принцип. Это когда любое градообразующее предприятие отвечало за территорию. Социальная нагрузка. Да. Вот у нас мы стали считать, экономика в этом году очень тяжелая, нас со всех сторон зажали с продажей, со всем остальным. И мы решили посмотреть, кто нам должен. Ты знаешь, что у нас вот во всей стране все предприятия, ну бывают предприятия, должны зарплату своим работникам, да? А у нас единственное предприятие, наверное, в России, где работники должны совхозу деньги. 78 миллионов должны те, кому мы дали квартиры в рассрочку. И они платят постепенно. А самое смешное, что еще 138 миллионов должны учителя, врачи, работники прокуратуры, ну там воспитатели. То есть мы не только своим, но и всем остальным дали льготную рассрочку на много лет, и они нам тоже должны. То есть мы поддерживаем не только работников совхоза, но поддерживаем еще и всю социнфраструктуру. Причем выдаем на тех же условиях квартиры, беспроцентные суды, для того, чтобы они могли учить наших детей. Вы сказали, душат совхоз, не дают реализовывать продукцию. Как именно это все выглядит? Что значит не дают реализовывать? Это выглядит так. Нам запретили, ну, не дали разрешение на торговлю в этом году. Московская область дала всем, кроме нас. В результате это, знаешь, очень смешно смотрится. Мы вынуждены отдать свою продукцию, там, допустим, землянику по 170 рублей на оптовый рынок, который находится там 30 километров отсюда. Потом это продается там, потом возвращается обратно в соседний город, город Видное, где нам не дали разрешение на торговлю.
И там она продается по 350 рублей, хотя мы сейчас продаем в розницу по 300. А нам разрешение на торгу не дают. Поэтому получается, что половину получает, так называемый, перекупщик, значит, посредник. Государство получает налогов меньше, потому что и посредники они не показывают ничего. Люди получают ягоду ниже качеством и дороже, потому что, значит, туда довезти надо, потом обратно вернуть. Ну, естественно, это, как правило, вчерашняя ягода. И государство ничего не получает, по сути, налоги меньше, но зато чиновники получают коррупционную составляющую, потому что 16 деньги не возьмешь, а с торговца с рынка всегда можно что-то получить за разрешение на торговлю, за, ну, в общем, это типичная система, где предприятия не поддерживаются российские, а поддерживаются те, кто являются либо посредниками, либо просто, вот, как ты знаешь, или сетевыми долгами. Это же катастрофа, по большому счету, для нас, для производителей. Как я понимаю, они еще умудряются давить на, как это, дистрибьюторов, да, посредников. Это было, да, но это Московская область. Это, кстати, мы сейчас договорились с правительством Москвы, благодаря Геннадию Андреевичу Зюганову, депутатам Мосгордумы, и переговорному процессу нам со вчерашнего, даже с позавчерашнего дня дали точки в Москве, мы начали работать. Вот, и это, сейчас посмотрим, потому что мы должны раскрутить эти точки, но это станет легче немного, я надеюсь. А вот что касается области, да, даже оптовиков вызывали в Красногорск и говорили, значит, не работайте с совхозом, иначе у вас будут проблемы с миграционной службой и с налоговой инспекцией. Это уже три фактора мы таких знаем. То есть, ну, понимаешь, когда им нужно задушить хозяйство, и они видят уже, вот, что вот реально еще немного, и мы, скажем так, должны, по их мнению, сдаться, то они, естественно, принимают активные. Ты, слушай, я понимаю, Николай Николаевич, вы более молодой человек, и не помните вот эту машину времени, флаг над городом, флаг над замком? Угу. Возьмите, найдите, там, значит, написано, то есть, очень актуальная для нас сейчас песня, она такая с глубоким смыслом, что очень легко спустить флаг над городом, открыть ворота над замком и, значит, уйти, легко сдаться. Но сложнее бороться постоянно. Вот, кстати, это прям про вас. Про нас, про всех. Да, но про тех, кто борется. Потому что, давай так честно, многие бизнесмены, многие предприниматели, многие люди опустили флаг, открыли ворота и сказали, ну, бог, пусть как будет. Кто-то ушел в пьянство, кто-то уехал из страны, кто-то, ну, скажем так, стал наемным менеджером и просто сидит на кухне и критикует. А вот мы боремся до последнего. И знаешь, как я сейчас так себя сравниваю с руководителем обороны Брестской крепости. Там тоже были предатели, но там большинство гарнизона не сдавалось до последнего. И они там все умерли. Но никто не может про них сказать, что они оккупантам сдали свою родную землю. И в этой борьбе что было бы по-настоящему эффективным? Оружием или рычагом, или методом? Независимый суд. Ну, у нас же нет независимости. Подожди. Эффективным может быть только одно. Нет, конечно, поддержка населения, это очень важно, что люди, ты посмотри, как люди откликаются, они сами, кстати, совершенно без всяких этих понуканий, это когда, я всегда сравниваю, когда Единая Россия собирает митинг, да. и туда сгоняют, как баранов, значит, либо за деньги, либо по списку. И наши митинги, когда, ну да, приходит, может быть, меньше народу, но зато это люди, которые не за деньги, а по велению своего сердца приходят. Ну, вот, и какое количество сейчас в совхозе у нас людей, которые выходили на митинги в защиту, которые устраивали всякие флешмобы. Вот. Другое дело, что, к сожалению, власть не слышит, ты же видишь. Если ты кричишь, а тебя никто не слышит, то постепенно ты устаешь. И власть показала, что она не зависит от народа полностью. Если нужно выборы провести, они проведут и без народа. Значит, избирательные участки пустые, а посещения оказываются огромные. Значит, найдите одного человека, который кричит, вот мы за поправки, и после этого поправки можно принять. А что 100 других кричит, вы что, нам нужно просто другое совершенно, другое развитие страны нужно. Нам нужны поправки к КПРФ, об этом никто не слышит. Но это приводит к увеличивающейся пропасти между людьми
и властью. И мы это с тобой тоже видим. Потому что мы с тобой выходим на улицу, и тебя же останавливают. Вы Бондаренко, мы вас поддерживаем. Такой же есть? Покажи мне, пожалуйста, члена Единой России, который выходит, и к нему побежал народ, и сказал, мы вас поддерживаем. Ну, понимаешь, как? Но это они как будто правящая власть, но поскольку они партия, власть, а их никто не поддерживает. И у нас тут был вчера случай такой, у нас был конфликт, и приехал депутат один. Он был поддержан Единой России на выборах. Ну, как будто бы самодвиженец, как ты знаешь, это, поснимали всех, чтобы он прошел. И ему один из наших вот жителей говорит, ну вы же этот член Единой России, депутат, он говорит, я на вас суд подам за клевету. То есть он так отнесся к этому, как к оскорблению. Ну понятно, что все знают, что он хоть и спойлер такой. Вот. Но Единая Россия, в его понимании, это оскорбление. Ругательное слово, да. Понимаешь? Это же очень характерно, что люди так относятся, а власть как будто бы не слышит. Потому что и сейчас мы с тобой увидим опять на любых этих сентябрьских выборах, что будет побеждать Единая Россия, которая победить не может. Ну просто по определению, после того, как подняли пенсионный возраст, как сделали нищим все население, ну как она может победить? А она побеждает. Ну, молчаливое согласие людей здесь главный помощник. Нет, это другое. Они, люди просто, знаешь, как я, многие люди разорились в выборах, они просто не верят в том, что будет честный результат. И поэтому иногда проще выйти на защиту, там, допустим, ШЭСа или там, допустим, экологический митинг, там хоть что-то можно добиться путем привлечения федеральной власти. А на выборы они не идут, потому что уже не верят, потому что сколько они ходили, голосовали за одних, а выигрывали другие. Вот это самая опасная апатия, которая может потом превратиться в взрыв, в социальный взрыв. Но вот в заключение вот эта вот история с этими ротожуликами, с их руководителем Савлиным, что это за концерт, когда закрыли целые СМИ из-за того, что вышла статья, которая им не понравилась? Ну, как это возможно? Понимаешь, как? Ты фильм «Левиафан» смотрел? Да, да. Ну, это примерно то же самое. Когда в районе главу ставит единорос из рота Агра, председатели совета и совет выбирают единороссы, которые подконтрольны вот этому главному начальнику из рота Агра, когда суды полностью подконтрольны и делают то, что им говорят сверху, а там прямая связь между судейскими и вот этими чиновниками, когда полиция и все остальные тоже дуют в одну дудку. И если они даже нарушают какой-то закон, то никто ничего не может сделать. Смотри, единственное муниципальное здание, в котором раньше была музыкальная школа, потом главу брали, вдруг он в городской округ, главе сказали, идите отсюда. Мы еще на вас обещаем возбудить уголовное дело, чтобы вы там слишком много Грузина поддерживали. А потом вдруг на этом здании повисла огромная вывеска, у нас такой нет. Главный акционер Рота Агро. Начинаешь смотреть, Рота Агро одни убытки, зарплата 23 тысячи и там 25 тысяч, никаких социальных программ, но зато на вывеске деньги у них есть. И уже сидит человек, который собирает жалобы на совхоз, все это консолидирует, ну, понятно, что народ там какой-то грязью эти вывески закидал, они там еще что-то, ну, в общем, это все неинтересно. И, собственно, я бы хотел бы сам дойти, поспрашивать вопрос насущный, позадавать, а такая возможность вообще в принципе есть, меня туда пустят, побьют? Дело в том, что в силу определенных обстоятельств, это здание, конечно, хорошее, но было в свое время принадлежало совхозу, но мы, когда пытались его по суду себе, потому что мы его построили, забрать, нам это не удалось, потому что там был информационно-технический центр. Потом, а вот тогда глава, которая работала здесь, мы решили его поддержать, отказались от своих претензий, они пошли в суд и как бесхозное имущество это оформили. Но они не успели оформить правильно документы на водопотребление и водоотведение. У нас по новому закону, по постановлению правительства, если собственник меняется, нужно по новой заключить все договора. Скажу тебе честно, заключить договор на водопотребление, водоотведение, а также на электричество довольно сложная задача, потому что там очень много документов, которые по закону нужно представить. Один из таких документов, это в том числе свидетельство на землю.
а земля принадлежит совхозу. Мы им написали, вы купите землю, не вопрос никакой. Потому что арест снимите для этого. Да, а как они теперь, получается, что им нужно теперь арест со всего снять, чтобы выкупить землю. Они этого сделать не могут. И поэтому сами себя высекли, грубо говоря. А поскольку нет договора на землю и нет, скажем так, у них свидетельства, то по закону федеральному 416 они не смогут заключить договор на водоприобретение и водоотведение. Вот такая правовая коллизия. Ну, я думаю, что Воробьев поможет с Турчуком. Что он что, отменит это... федеральный закон? Закроет на него глаза. Никак. Дело в том, что единым поставщиком таких ресурсов является совхоз имени Ленина. А мы не будем нарушать закон. Федеральный закон не может отменить губернатор. И, не знаю, Турчак кем сейчас работает, неважно. Вот. Турчак лидер Единой России? Ну, неважно. Значит, он не может отменить федеральный закон. И поэтому действия строго по закону, а там четкий перечень того, что нужно представить, постановление правительства и законе. Мы скажем, извините, это невозможно. Поэтому здание у них есть, а вот воды нету. Ну, я думаю, это, если пустят, обязательно это сам посмотрю. Нет, там охрана точно сидит, мы ее видим, она охраняет эту вывеску. Дело в том, что народ у нас, знаешь, какой, он такой, не то чтобы злой, но обижен на рейдеров. Они же на самом деле пришли и сразу начали так, знаешь, гадить. Вот. И вот эта вот фирма Ротагра поставили охрану так, чтобы мы не прошли собственный КНС, договорились там с одним ИП. Вот. И мы 2 недели были в осаде, то есть была такая опасность аварии. Потом в конце концов мы плюнули на основании федерального закона, вошли туда, не посмотрели на эту охрану. Причем народ пришел, поддержал нас. И мы как бы устранили аварию. А сейчас, слава богу, все нормально, уже такой опасности нет. Вот. Но они дальше продолжают упорство, потому что они пришли сюда не с добрыми намерениями. Ну, я думаю, что основной бой впереди, и за этой ситуацией смотрят миллионы людей по всей стране. И открывая вот этот ящик Пандоры, они себя ставят в очень опасную ситуацию. Потому что люди, как вы правильно сказали, злые. Люди ждут перемен, люди не хотят больше терпеть. Не злые, люди озлобленные. Озлобленные, да. Они да. Озлобленные действиями властей. Все правильно. Вот, значит, я просто вспоминаю, мы с тобой в той ситуации, когда и вечный бой. Покой нам только снится. Да. Пока, хотелось бы, знаешь как, хотелось бы просто расслабиться и работать на страну, а мы с тобой все время пытаемся доказать, вот извиняюсь, иногда бездарим просто, что нужно хоть что-то сделать для народа. А они не слышат, думают, что мы просто их троллим, обижаем. Да нет, пожалуйста, кто вам мешает принять закон о ветеранах войны, например? Меньше критики будет. Да. И вот дать денег, например, на здравоохранение столько, сколько надо. И чтобы мы не собирали деньги детям на операции. Все у них уже есть деньги, откуда-то же они берутся на яхты для чиновников. И я сегодня, коммунисты приезжали в город нашего Москвы, говорю, слушайте, а в чем, собственно, проблема? Когда-то демократы, так называемые, боролись с КПРФ, говорили, что вот у них там спецбольницы, там какие-то пайки. А сейчас-то что, вы посмотрите. Значит, есть отдельно больницы для чиновников, а есть для всех остальных. Есть отдельно, там, допустим, пенсия для чиновников, а есть для всех остальных. Причем она разнится в разы. Или там прокуроров, судей, еще кого-то. Ну, то и в десятки. Да. Слушайте, а вы не понимаете, что все мы равны, мы все работаем на страну. И почему учитель получает пенсию минимальную, а рядом с ней какой-то чиновник муниципальный, который на самом деле, может быть, ничего и не принес, он сразу получает другую пенсию. И поэтому давайте, свобода, равенство, братство – это не просто слова. Свобода, чтобы мы могли говорить правду, и никто нас за это не наказывал. Равенство – это, если мы работаем оба на сторону, так давайте одинаковые пенсии получать, одинаковые больницы ходить, поликлиники. И не надо кому-то доплачивать к отпуску, а кому-то отпуска никогда не будет, потому что он должен работать, чтобы прокормить себя. И поэтому надо вернуть социалистические принципы. Надо сделать так, чтобы все были равны и перед законом, и перед государством. Государство думало обо всех, а не только о чиновниках или там росгвардейцах, защищало, так сказать, всех без исключения. Но для этого надо, извини меня, провести выборы так и всем прийти. Потому что мы все говорим, слушайте, если вы сидите, как плохую власть выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Если все придут, фальсификации будут невозможны, и все проголосуют, а мы с тобой правильно наблюдателей поставим, это я уже к сентябрю, то может быть тогда что-то изменится. Потому что уже все доказали, кто такая Единая Россия и кто такие мы с нашими принципами.
Я думаю, с этим очень трудно спорить.